Если посмотреть в зеркало на свое лицо, то, в принципе, оно покажется относительно чистым, если вы здоровый человек. Но я предлагаю использовать цифровой микроскоп. Это такое устройство, которое позволяет нам выводить изображение в увеличенном виде прямо на ваш экран. И вы будете видеть то, что вижу я. В качестве примера можно посмотреть на собственный палец. Это, наверное, первое, на что хочется посмотреть, когда у тебя есть под рукой микроскоп. Но речь сегодня пойдет о клещах-железниц, и я предлагаю познакомиться с ними, если они есть. Сначала я хочу навести микроскоп на поверхность своей бороды. Казалось бы, несколько дней тому назад я побрился, но мы уже видим такие огромные наросты, которые пробивают кожу, как будто повреждая ее. Но на самом деле так просто работает наше тело. Мы видим, что в некоторых местах кожа очень жирная, и здесь можно увидеть такие вот слои выделения жира, сала. Но если мы спустимся у основания, где брови, мы видим, что количество волос увеличивается, они становятся все гуще и гуще, все темнее и темнее. И вот как раз это место нас интересует. Возможно, именно здесь обитают эти клещи-железницы. Почему мы их до сих пор не заметили? Возможно, нам понадобится совершенно другой микроскоп. Ведь цифровой микроскоп позволяет наблюдать то, что находится на поверхности, и мы как бы освещаем эту поверхность. То есть мы видим сейчас темные области этих маленьких тоненьких волос, которые находятся в области бровей. Спускаясь к переносице, мы видим еще более жутковатую картину, ведь здесь больше жира. Я думаю, что с этого места тоже можно будет взять пробу. Чтобы провести этот эксперимент, нам понадобится такой вот интересный инструмент. Но для того, чтобы начать работать, я использую вот такую антисептическую салфетку. Заодно и руки свои обработаю. Нам понадобится чистое предметное стеклышко, на которое я нанесу вот эти вот пробы, которые мы взяли с поверхности, и рассмотрим под микроскопом. Я долго пытался обнаружить жизнь. Терпеливо и внимательно исследуя каждый миллиметр выдавленного образца из моего лица, попытки привели к успеху. Знакомьтесь, это железница или Демодекс. Неприятный, страшный, я бы сказал, омерзительный. А когда осознаешь, что это живет на твоем лице, то становится жутко. Расслабьтесь и примите реальность такой, какая она есть. Клещи передаются при соприкосновении волос, бровей и сальных желез в области носа. Сама по себе железница встречается почти у всех людей. На это не влияет ни пол, ни возраст, ни даже раса человека. Однако заболевание, которое называется демотекоз, может проявить себя только в том случае, если иммунитет человека сильно снижен и состояние организма ослаблено. В таком случае продукты жизнедеятельности клеща, кто не понял, что это такое, это их фекалии, доставляют немало неудобств. Здоровый организм выводит эти продукты жизнедеятельности через поры, а вот ослабленный иммунитет приводит к тому, что внутри кожи начинается воспалительный процесс. Все лицо будет в прыщах. Приготовьтесь к поистине шокирующим кадрам. Она не только испражняется внутри волосяных фолликулах, но и откладывает сотни яиц за раз. Именно этот процесс вы наблюдаете. А вот еще кадры из медицинского архива.
После обработки лица специальным средством клещи выползают на поверхность кожи лица. В данный момент в поле зрения попадает не одна, а сразу две особи. Чтобы быть здоровым и не бояться паразитов, необходимо вести активный образ жизни, следить за гигиеной своего тела, есть больше овощей, фруктов, не забывать про зелень и орехи. Если вы хотите видеть больше сюжетов от «Мир глазами микроскопа», друзья мои, вы знаете, для чего кнопка подписаться. Для проекта очень важна ваша поддержка, а лучшая поддержка – это взаимодействие лайками и комментариями.